Опачка, всем привет, ребята, девчата. Маленький, очень коротенький ролик на лайв-канал о качестве бензина, да? Проблема какая, сейчас по всей стране повышают цены на бензин. Блин, пакет у меня тут падает. Повышают цены на бензин, да? Все бы ничего, если это качество бензина бы было хорошее. Сейчас я покажу, я заправляюсь на Олимпийской заправке, да, у нас здесь заправочка. No name. Вообще названия нету, просто заправка Олимпийский. По слухам, они у татар покупают бензин. С татарик нам возят бензин здесь. Татары сливаются, заливают наш Лукойловский, везут все в Татарию, чтобы порожняком не гнать. И свою бурду там шляпную сюда везят, да? Ну, все знают, что в этом в Казани бензин сырой у них, нефть херовенькая такая. И, ну, низкого качества и бензин получается плохенький. Из-за этого. Сейчас я вам покажу, какой. И у меня какая проблема? У меня, в общем, на квадроцикле, ну, на квадроцикле в карбюраторе немножко уровень поплывковой камеры завышен. Ну, поплывок сам чуть-чуть. И, соответственно, когда я заливаю полный бак, я оставляю на ночь, у меня давление большое с бака идет на поплывок в карбюраторе, и у меня переливает. И чуть-чуть подкапывает. Это изначально такая была беда, я такие руки не доходят у меня залезти в карбюратор, меня там не напрягает. Если полбака, например, не подкапывает, а если полный бак, ну, до середины бака, у меня за ночь там чуть-чуть выбегает по капельке. И, соответственно, бензин капает на пол. И сейчас вы увидите, какой мы бензин заливаем. Растут сталактиты или сталагмиты, хер их знает. Смотрим, сейчас, пацаны, отгоню квадроцикл, увидим. Показывают, это у меня уже третий день капает. Дожди идут, и сейчас я вам покажу. Дожди идут, и я никуда не езжу. И, соответственно, по чуть-чуть я на кнопку нажал, блин, на камере. Я вчера это заметил. Но это у меня постоянно у нас бензин второй год так. Смотрите, с карбюратора капает. 95-й бензин. Кто-то мне говорил, что это вода, конденсат. Лето, ребят, на улице. Лето, не зима. Июнь месяц. И хер знает, вот эксперты у нас есть тут, эти, топливные, вот это что, это нормально или нет? Что такое бензин у нас 95-й на заправке? Вот он постоит сейчас, часики, это все испарится, я так понимаю, это парафин. Что это вообще такое-то? На ощущение, как будто лед. Вот видите, таять начинает на руках. Ну как же он? Фу, бензин мой. Вот такое качество бензина у нас. И мне кажется, это ненормально. Или нормально? Если он капал, он должен вообще испаряться, да? Не знаю, камера передает, не передает. Тут что-то у меня бликует. Такие сталактиты растут. Вот такое качество бензина. Спрашивают, один замочек у тебя на гараже висит. Не страшно? У меня же камеры, ребят, везде. Тут камеры, по дому везде камеры у меня висят. На доме там камеры висят тоже по кругу. Везде все запитано, все через Wi-Fi идет. Соответственно, все это с сервером связано, с домашним. И дальше уходит на облако. Все это пишется. Так что, даже если украдут, так далеко не унесут. Тачечка показывал. У меня вторая есть, между прочим, все, руки не доходят. Когда-нибудь куплю такой шаровый, сделаю у меня там под петлю. Ну, под палец. Из-за этого я не пользуюсь. Потом я покажу. В гараже стоит. Опачка! Все. Вот такая, ребята, у нас бензин говенный. Я ездил раньше на 92-м, и у меня свечка сгорела. Перекалилась свечка. Ну, я залил, бак поехал. На дальняке у меня все, он ту-ту, начал троить движок. И что попало? Я этот бензин слил. У меня на скутере он не поехал. Это в тот год было. Я сейчас на 95-м езжу. 95-й тоже вроде едет, но качество бензина, сами видите, какое. Лукойловская заправка у нас в Плотниках есть, но далеко. Мне на квадроцикле неудобно. А так у нас все, конечно, ездят или в Новятске заправляются, или в этом. В Олимпийском только мотоблоки или там самые Жигули с газелями. Боятся люди там заправляться. Не знаю, почему качество никто не проверяет, не следит за этим топливом. Хоть приехали, посмотрели, что за топливо вообще. Откуда берется это топливо. Ужасное, в общем, состояние. Все, всем пока. Я такой коротенький бложик был на лайв-канал.
Увидимся, пишем комментарий, о чем думаю. Вообще, нормально ли это или нет. Пока.